Канал незаконной миграции перекрыт в Гродненской области. Двое уроженцев Грузии и Азербайджана пытались переместить из России транзитом через Беларусь 9 граждан Вьетнама. В планах было попасть на территорию Европейского Союза. За такие услуги мигранты выплачивали своим помощникам вознаграждение от 10 до 15 тысяч долларов. В ходе следственных действий стало известно, что в преступной группировке было четкое распределение обязанностей, система связи и конспирации. На автомобилях, взятых на прокат, граждан Вьетнама без виз доставляли из Москвы в одну из деревень Дятловского района, а позже в Гродненский район. Именно оттуда планировался незаконный переход через государственную границу в Литву. По факту организации незаконной миграции по предварительному сговору группой лиц возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых заключены под стражу. На их имущество, в том числе изъятые свыше 9 тысяч долларов США, наложен арест. Дальнейшее выяснение обстоятельств содеянного, выявление организаторов и соучастников преступлений, а также эпизодов преступной деятельности ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации и Литовской Республики. Мигранты будут депортированы из Республики Беларусь.